Друзья, всем привет! Сегодня попробуем, для меня это новый способ, но люди в Европе работают, все у них норм. Я лично еще так не пробовал. В общем, задача. Бампер был бэушный, работа срочная, бампер был засколенный с небольшим вот тут вот чирком, небольшим, но был. Окрасить его надо мокрый по мокрому. Что было сделано? 240 на машинке, сняты все плоскости, которые доступны для машинки, до пластика. Остальное 360 абролон на машинке с водой. Понятно, там где руками, там руками, скотч-брайт. Но после воды и 360 абролона пластик выглядит, ну, как будто новый. Нету ворса, нету, ни за что не цепляется ничего, ни за что не цепляется. В общем, будем пробовать сейчас открашивать. Открашивать буду в два слоя грунта, мокрый по мокрому, чтобы если вдруг что, потому что тут есть кое-где пошпатлеванные зоны, я мог слегка шлифануться, пройти. Крыло просто снесено 80-120-180 до металла. Внутряки промотованы красным скотчбрайтом, накинут кислотник, и мы готовы к грунтованию. Ну, тут будет полтора слоя. Сначала сюда наваливаем один, сушим его, еще один, а потом сюда полтора. Работаю я сейчас LPH с DISO 1.4. Просто очень много пропылять, поэтому боюсь брать ВС-ку с DISO 1.5. Смотрим, первый слой растягивается довольно-таки хорошо. Я его полностью высушу, подотру. Вот тут вот видно какие-то две ворсинки. Потом у меня я лоханулся, я бачок не закрутил, у меня сюда капля упала, я ее пальцем стер. Ну, снизу там на сухом было, не проблема. А тут надо будет чуть-чуть дать ровность, потому что все равно есть запил с краю. В общем, 20 минут он высыхает.
кладем еще один такой же полный слой. Посмотрим, может где-то и второй слой подтереть, ну вдруг там что-то. И потом сюда будем класть. Прошло 15 минут. Берем 600-ку Covax на жестенький брусочек. И я тут подотру вот это, где капелюшка у меня упала. Всякое бывает. Не стоит бояться этих вещей, пугаться там, падать в панику. Надо спокойно, размеренно, спокойно подумать, что делать, выбрать подход к этому делу. Да, конечно, чуть-чуть забивается, но никаких проблем нет. То есть грунт подсыхает хорошо. Еще наждачок у меня бэушный. То, что я тут потрусил пыльцу, ничего страшного. Липкой салфеткой все сейчас обдуем. Где тут ворсинки? Вот ворсинки. Так, больше я не вижу никаких затыков тут. Ну да, больше ворса нету. Сейчас глянем самый крупный сорт, какой есть, его тиранем. Да и все. Теперь можно накидывать второй слой. Обязательно обдуться, не забыть перед этим. Все, грунтец отлит, оставляем на 20 минут, он полностью высыхает, идем подтираем соринки и красим. Ну что, давайте сейчас пройдем, глянем, возьмем с собой Acilex 1200, пройдем, посмотрим, что мы имеем, найдем, где-то я видел пару сориночек. Ну так, в общем, знаете, в целом мне нравится, то есть сам результат работы должен быть на выходе хорошим. Тут, где подшпатлевывал, вижу небольшой блячок. Я сейчас его разотру,
Просто очень интересен этот способ тем, что можно экономить время, материалы, и на выходе результат получать, в принципе, по идее, ничем не хуже, чем под перетирку. Так все. Меня, в принципе, все устраивает. Еще 200, конечно, мелковато. Ну, в целом good. Все, сейчас открасимся и посмотрим на результат, какой будет на выходе, так скажем. Обдуваемся обязательно, протираем липкой салфеткой, все. Все, отлачил, отлачил в таком порядке. Ну, по крылу как бы вопросов никаких. Беру пару сарин. Вот. По бамперу, в принципе, тоже, знаете, особых замечаний каких-то критичных у меня нет. Блин, есть ссор на бампере, конечно. Это печально. А так, риски не было. Тут самое, что важно для меня, это возможность вот таким образом быстро, без потери качества, подготавливать и открашивать пластиковые бэушные элементы. Потому что готовить их под перетирку грунта, это, ну, долго. Да, так дольше работает камера, но быстрее по общему времени. В идеале, если его готовить как привычная схема, то сегодня он бы только перетирался в лучшем случае часа через 2-3 под покраску, а так он уже через 2-3 часа готов к установке. Все, на этом у меня все. Если у кого есть какие вопросы, пишите их в комменты. Я желаю всем удачи, пока.